Всех приветствую. Давно, давно мы с тобой, значит, не поднимали кубки. И, значит, настало время. Сегодня мы с тобой пойдем на 11-ю арену, а именно 3000 кубков. Но перед этим тебе, знаешь, что нужно сделать? Въебать своего царского лайка по-братски. И залететь в телегу. Телега у меня вот там. Вот. Телега, видишь ее там. А также в описании у нас ссылочка на нее имеется. И в закрепе в коммите. Если ты вдруг в описании ее по каким-то причинам не найдешь. У нас там уведомления о стримах, о видосах. Также есть чатик. Общаемся, бегаем по опчике, колоды составляем. Да и в принципе кайфу. Вот. А теперь мы с тобой переходим к теме, соответственно, видоса. Ты не подумай, вот это не колода для 11 арены. Это моя основная. Первая колода у нас. Это колода с инком. Она, как бы тебе сказать, из говна и палок состоит. Потому что статуи у нас нет, мы еще не дошли до этих кубков. Но из того, что сейчас есть, мы собрали вот такую вот тему. У нас инк, бомбардир, дриад, ним, орликин. Инк, понятно, у нас основной ДД. Бомбардира можно заменить на ловчего, если он у тебя есть. Так даже будет лучше с ловчим сделать. Дриада, это понятно. Если прям жестко нет дриады, либо орликина, вот кого-то из них, можешь попробовать с демонологом поиграть. Но опять же, если он у тебя 9 уровня и с талантом качан, вообще идеально будет. Если нет, ну, без талантика попробуешь. Вот. А если и то, и то есть, то все превосходно. В принципе, вот эта колода неплохо будет себя показывать. По герою у нас это будет Гайка. Гайка, если прям на край, то какой-нибудь Трикстер. Остальное я вообще не вижу никак с инком. По у нас шмоткам, значит, копье. Ставь желательно копье на скорость. Желательно, если у тебя фракции есть, редкая какой-нибудь эпик, условно, вот ставь его именно. Куртка охотника. Будешь резать скорость. Если ее нет, то тогда ставь лучше ману и амулет слабости. В принципе, тебе больше ничего не нужно. Если у тебя еще и на инке талант есть, вообще превосходно, будешь кайфовать и всех разъебывать в нулину. Ну, геймплан, я думаю, тут понятен. Инка стакаем, апаем. Бомбардир у нас станет. Все, пытаемся как-то выживать. Переходим к следующей нашей колоде. Это у нас культист. Культист. На него в этой обнове выпустили талант также. Если у тебя с талантом, вообще будет превосходно. Культист у нас дед усатый. Маг, значит. Орликин, дриада, ловчий. А здесь ты можешь заменить только дриаду на демонолога. Потому что орликин тебе пиздец как нужен. Без дриады еще с хуем пополам можно обойтись. Но, блять, у нас утильщика опять. До сих пор мы его еще с тобой не открыли. Поэтому вот так. Ну, также на демонолога. Ну, это прям в крайнем случае. Но крайне не советую. Это будет пиздец, если так сделать. Ловчего можно также заменить на химика. Ну, я не думаю, тебе не нужно будет объяснять, как нам играть культистом. Культист довольно простенькая пешка. Я думаю, ты и до этого и играл. Если играл вообще. Хотя, может, ты реально новичок и только подбегаешь к этим кубкам. Поэтому лучше прочитать описание. Вот, по герою. По герою тут, в принципе, не важно, но я выделю Гайку, Мари и Трикстера. По шмоткам. Либо копье ставишь, либо... Блять, как его зовут, забыл нахуй. Посох на ману. Здесь либо куртка на ману также. И... Нет, амулет роста хуйня, подожди. Какой? Магический амулет. Магический амулет сюда еще ставишь. И все будет классно. Вот. Там настакиваешь, сидишь, кайфуешь. В принципе, пожить на этом должен. И думаю, до следующих кубков как-нибудь мы с тобой доберемся вот этими колодами. Так, и последняя наша колода. Барабанная дробь. Угадай, кто? ДХ. ДХ, вот это, конечно, забытая легенда. Ловчий, ДХ, мечи, видишь, у нас появляются. Кстати, мечи ты можешь также использовать вот сюда, если они у тебя есть. Вместо мима какого-нибудь.
тоже будет, в принципе, неплохо. Забыл тебе просто сказать. Мечи, дриада, арлекин. Тут геймплан понятен. Выставляешь ДХ, мечами закидываешь сферы эти, глазики. Вот, и у тебя увеличенный урон. Ты, в принципе, долго проживешь. У тебя еще и ловчий имеется. Ловчего можно на химика заменить. Но ловчий лучше будет, потому что он замедляет, еще сетки закидывает. Вот. И настакиваешь 40, не знаю, сможешь ли ты сделать или нет. Еще есть вариант, знаешь какой? Ты можешь сделать вместо меча поставить вот этого рогатого призыва, чтобы на 40 выйти стака. Ну а с мечами он поприятнее будет. Поприятнее, конечно, урона там побольше. Но не знаю, это надо потестировать, посмотреть, как тебе будет приятно играть. Поэтому так. Здесь мы можем заменить мечи на мимо еще. Если мечей нет и призыва нет. Потом ловчего на бомбардира какого-нибудь. Дриаду с арлекином на демонолога. Что-то из этого. И в принципе также будет неплохо. Здесь я крайне рекомендую трикстера использовать. Трикстер — это такая мерзкая хуйня, которая, ну, соперника не оставит в покое, понимаешь? Здесь советую использовать копье на скорость и куртку на ману. И амулетик магический, чтобы у тебя клетки были на урон. Вот, в принципе как-то вот так. Вот, этими колодами ты должен будешь дойти у нас до 3000. А вот следующий видос будет еще более интересный. У нас там открываются такие пешки классные. Ой, там и утильщик, там и статуя. Ой, это что? Вот мы с тобой в следующем видосе разберем. Прям, я тебе говорю, он тебе понравится. Там такие колоды, ох. Охуеешь прям. А если ты еще не дошел до 3000, можешь посмотреть плейлист. Он у тебя будет вот там, в уголку. Переходи, смотри. Колоды для новичков до 8 арены. Вот. Подберем тебе любую колоду на твой вкус. Ну, а я лишь для тебя вставляю вариант, который плюс-минус метовый и плюс-минус играет на данный момент. Вот, на этом мы с тобой будем прощаться. Спасибо тебе за просмотр, не забывай также ставить лайк, пиши свое мнение по поводу колод в комментарии. И не забывай про Телеграм. Телеграм — это очень важно. Будь в курсе всех событий и узнавай обо всем самый первый. Все, пока.